Глава Ленинского муниципального района Валерий Венцель побывал в Видновской гимназии, куда отправился, чтобы сказать слова поздравления ее директору, заслуженному учителю Российской Федерации, отличнику народного просвещения Татьяне Викторовне Анашкиной в день юбилея. Глава вручил виновнице события, цветы и поздравительный адрес. Вместе с Валерием Николаевичем поздравить Татьяну Анашкину приехала начальник управления образования Ленинского района Светлана Ломакова. Мы вас очень ценим, любим, уважаем и надеемся, что все ваши планы осуществятся, что все вам удастся сделать, и все те инновации, которые задумали, что все реализуют. А идей и планов у Татьяны Викторовны множество, которые она готова реализовывать вместе с коллективом единомышленников. В гимназии есть коллектив, тот, который с основания был. С 90-го года. И на этом коллективе очень много держится. Я очень благодарна этим людям, которые тоже готовы, ну, уже предпенсионного возраста, пенсионного возраста, они тоже готовы уйти. Но вот мы держимся, понимая, что все-таки вот та молодежь, которая приходит, ее надо учить. Татьяна Анашкина трудится в Видновской гимназии со дня ее основания. Последние 8 лет руководит образовательным учреждением. Всего педагогический стаж Татьяны Викторовны составляет 43 года. Телеканал «Видное ТВ» присоединяется ко всем поздравлениям в адрес юбиляра.